Ребята, привет! Меня зовут Раиль Арсланов. Хочу вас поздравить с наступающим новым 21-м годом. Весь декабрь на моем основном канале «Хижина музыканта» выходили выпуски, где я в образе Деда Мороза ходил по улице, пел людям любую песню, которую они назовут, поднимал им настроение. А в этом видео я хочу вам показать неизданные реакции. Гитарист поет любую песню на улице. Поэтому обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой второй канал, ему уже 10 лет. И вы этим очень сильно поможете продвижению данного видео. Ну что, приятного просмотра, погнали! Погнали. Кто там? Привет. Назовите песню, давайте поем. Ну я спою, вы просто назовите любую песню. Комета. Давай. Все без тебя не так. Лечу тебя я словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Тебя дико мне так, ты просто подойди ко мне так. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. Молодцы. Спасибо. И стойте, конфеты всем, кто заказывал песню. Так, суйте руку. Мы записываем веселое видео. Нужно назвать какую-нибудь песню, и я ее спою вам. Называйте. Давайте Jingle Bells. Ага, еще? Нет. Jingle Bells, так. Хотя бы музыку. Не, он поет. Детям конфетки. Ой, спасибо большое. Обычно мы сразу все, а тут эту мелодию. Да, сегодня обычно. Обычно пою. Там надо помочь. Да. У дяди уже. У Дед Мороз пустой уже. Спасибо. Все. Спасибо. Ну и еще. Счастливого Нового года. И вам спасибо. Давайте. Ребят, споем песню. Назовите какую-нибудь. Давайте. На видео классно будет. Давай. А куда я идет? Не умею. Видео на YouTube канал «Хижина музыкант». Музыкальный канал, где кавер, песни и все такое. А что за песни? Любую назовите русскую. Ну, петь не надо, я сам спою, вы называйте, а я тебе типа, пою что-нибудь. О, Федук, Федук, вы делаете Федука? Да. Какой? Несколько можешь перечистить там что-нибудь. Давай ее, да. Ее? Откуда ты тут взялась? Классные шортики, бывшие джинсы, Levi's. Простой макияж, пахнешь как первый ландыш. Тебя не буду срывать. Откуда ты тут взялась? О, пахнешь как первый ландыш. Тебя не буду срывать. Спасибо, молодцы. И конфеты всем, кто заказывал. Сразу с этого начинать. Там все, что осталось, в угол. Побольше. Все, давайте, пока, спасибо. Казанка замерзла, потому что сегодня очень-очень холодно. Вчера было всего лишь 13 градусов в прошлом выпуске, да? Сегодня примерно минус 20. Очень холодно, поэтому мы работаем быстро. Но здесь довольно красиво, есть хотя бы снег и новогодняя атмосфера. Ребята, а давайте с вами тоже споем какую-нибудь песню? Да, называйте, я пою. Что-нибудь современное, русское, хорошее. А какой у тебя? Влог? Да. На ютубе канал «Хижина музыканта». 900 тысяч подписчиков. Красота. Я нашла вас. О. «Седая ночь» просят и «Любимку» просят. Вот. Любимку? Да. Ну давайте, давай, «Любимку». Время пострелять между нами пальбом. Попадаешь в сердце, остаешься там. Любимка, я просто трачу себя. Я просто трачу себя. Всего себя на тебя. Вот так, молодец, вот так. Спасибо. Спасибо. А что это на гитаре? Это микрофон, да, чтобы меня хорошо было слышно. А все, суйте руки. Да, сразу туда транслируйте. Вот. Уже минус 20, да, сегодня? Я еще самый большой. О. И мне подарок. А мне один чук-чук не выдавай. Чук не любишь? Забирать. Нет, конфетки. Халва мне попалась.
Лошечки. Спасибо, хорошо. Спасибо, вечера. Вам тоже. С наступающим. Пока. Как вы знаете, я еще пишу авторские песни под ником Арслан, и в декабре у меня вышло целых два трека, один из них такой лайтовый, танцевальный. А второй вот на новогоднюю тематику. Там за окном суета, праздник накрыл города. Ссылочки на прослушивание данных треков оставлю в описании. Обязательно зацените, добавьте к себе ВКонтакте, слушайте на здоровье. Погнали! Вы для чего? Для Ютуба. Блогер? Да. Классно. Мы не знали друг друга до этого лета. О, да. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И ровно тысячи лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер хотя. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Вот же хорошая песня, правильно? Спасибо вам. Спасибо, давайте, и забирайте последние конфеты, которые тут остались. Да, обязательно, все, кто пели. Те, кто пел конфетку? Да. Смотри, как. Давайте. У нас все продумано. Забирай все. Да, мы все равно в конце. Можете кулачочек брать прям. Заглянешь? Давайте споем песню с вами. Любимую песню назовите, споем. Ну не новогоднюю, ну и можно новогоднюю, современную, любимую, русскую. Давайте новогоднюю лучше. Стекловату. Новый год, да? Подпевать будете? Да. А там все время Новый год. Новый, 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 новый год. Все мечты исполнить. Молодцы, подождите, я вам там оставил мешок. Молодцы, суйте руку и забирайте сладости. Спасибо. Спасибо вам. Давайте, хорошего вечера, пока. Так, а подарки-то кончаются? Да. Сперва нужно. Из Тольятти же приехал. Из Тольятти прям? Конечно. Давай посередине и так. Подожди, дедушка Мороз, ты отвернулся. Да, побрился еще вчера. В бородыня. Отлично. О, а снег-то откуда? Что, снег нет? Это или вы подставили? У нас снег. Вот как хитрим, да? Да-да-да. Ну что, если тебе понравился выпуск, поставь лайк этому видео и переходи на мой основной канал «Хижина Музыканта». На нем очень скоро выйдет видео, где я в торговом центре опять-таки разбираюсь с охранниками IKEA, которые мешают нам исполнять песни для людей. Очень скоро пробьем 1 000 000 подписчиков на моем канале, а также 100 тысяч на втором. Это будет безумно круто, я думаю, это случится в январе. Если хотите научиться играть и петь, как я, ссылочки в описании. Всем до скорых встреч, пока!